Война, победа, счастье советского народа и расцвет России. Все видели эти автомобили. Ежегодно Барнаульский клуб автовокзала участвует в праздничном параде, посвященном Дню Победы. 9 мая на привокзальной площади пройдет большой фестиваль ретро-автомобилей. Например, вот этот ГАЗ-М1, знаменитая советская М-ка 1936 года выпуска, уникален. Это единственный экземпляр в нашем крае. В Советском Союзе этот автомобиль был своеобразным символом предвоенной эпохи. В то время на нем ездили высшие чины Красной Армии. К нам он приехал из Москвы. Автопром еще был в 1930-40-х годов и 50-х. Поэтому из года в год самое главное нам поддержать техническое состояние и чтобы они были готовы. Вот сегодня мы готовим машины к параду после зимней установки, где они у нас находились. ГАЗ-67 43-го года, ЗИС-5 38-го, ГАЗ-АА 36-го. Правило «руками не трогать» здесь не работает. Жители города смогут не только увидеть, но даже посидеть за рулем 50 самых редких автомобилей прошлого столетия. Организаторы с радостью расскажут всем желающим хронику службы каждого автомобиля. Ну, дети всегда у нас, это желанные гости, которые постоянно бывают. Они сидят в машине, фотографируются, потрогают. Это и наша история. И таких больше у нас уникальных автомобилей нет. Переместиться во времена Великой Отечественной войны барнаульцы смогут 9 мая. Выставка будет работать на площади автовокзала с 13 до 15.00. Помимо автоэкспозиции, там пройдет праздничный концерт, а также будет работать полевая кухня. Павел Неудахин, Антон Червяков, новости.